Продажа активов якутского Ричпорта группе компаний Starway никак не отразится на его сотрудниках и порта в целом. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной теме слияния компаний, сообщили участники договора. Они отметили, консолидация активов даст только положительный эффект развития транспортно-логистических услуг. Речь идет о сроках и тарифах на перевозку грузов. Продолжит Саргылана Захарова. Завершилась процедура слияния группы компаний «Якутский речной порт» и «Starway». 100% долей в уставном капитале управляющей компании приобрел Осетровский речной порт, входящий в состав «Starway». Теперь он получает право косвенно распоряжаться долями хозяйствующих субъектов якутской компании. Однако, как говорят и якутская, и иркутская стороны, это никак не отразится на сотрудниках и работе организации. Для самого речного порта «Якутск», как и других компаний, входящих в группу холдинга, ничего не поменялось. Собственником компании так осталась холдинговая компания. А вот передача долей в управляющей компании холдинга в другую управляющую компанию, это и есть как раз форма слияния. Одна из форм передачи управления другой компании. Также Ради Васильев добавил, что слияние произошло не спонтанно. Переговоры шли еще с августа прошлого года. Все пункты документа тщательно обговаривали. Процесс контролировала и антимонопольная служба, так как речной порт Якутска является стратегическим предприятием. Заметим, что Осетровский порт называют западными воротами республики. Все грузы, доставляющиеся по реке, проходят именно через него. Получается, в одну компанию входит предприятие, которое занимается приемкой грузов с ЖД транспорта на входе в регион, то есть на севере Якутской области. Перевозка грузов, то есть мощности серьезно увеличились, то есть они консолидировались. Как говорят стороны, прохождение навигации под одним флагом позволит повысить скорость и качество доставки грузов, отразятся перемены и на тарифной политике. Работы предприятий, входящих в группу «Starway», до этой сделки комплекс услуг, он всегда дешевле для потребителя, нежели заказ отдельных услуг по перевалке, по доставке, по приемке и выдаче грузов. То есть это в любом случае для потребителя будет плюс. Что же касается пассажирских перевозок, то их слияние компании не затронуло. Пассажирские райперевозки вышли из холдинга до продажи активов «Starway». Пассажирские перевозки мы вывели из холдинга, то есть они остаются. Дальше будем с правительством работать, но это тоже было одно из условий. Также компании сообщили, что продажа активов не отразится на том, куда будут выплачиваться налоги. Так как юридические лица остаются в Якутии, то отчисления тоже будут происходить в республиканский бюджет. Саргылана Захарова, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.